Алекс. Итак, сегодня 25 декабря, и у нас годовщина, и Новый год католический. Yes, Sparta? Yes. Так. О. Китайские фонарики. Но это не на Рождество. Это на китайский Новый год. Они так заранее готовятся. Стали продавать мандарины и обвешиваться. Пата, hello. Hi. Итак, 11-летняя годовщина. Да, 11 лет, это вам не подпрямую. 11 лет отношений. Эй! Результат. Вот наш результат, 9-летний. Итак, мы в Макдональдсе с Катом. Будем тортиком отмечать годовщину. Ну, такая вот фигня малята. Спарта. А Спарта будет что есть? Да, French rice. Итак, мы отмечаем сегодня Рождество, годовщину и еще какой-нибудь пень. Воскресенье. И решили мы отметить его в Макдональдсе такими тортиками. Тортик. А у Спарты стандартный набор. Это такой праздничный десерт. Но это не тортик. Вот так мы отмечаем годовщину. Вот такая фигня. Фигня, это фигня. Окей. Now we go to buy triangle chips, right? How many packs? Мы закончили праздничный обед да. И отправляемся за праздничными чипсами. Треугольными чипсами. Yes, Sparta. Do you want triangle chips? Yep. Идея triangle chips, то что это даже не картофельные чипсы, это кукурузные чипсы. И они стоят очень дорого. Ну да, блин. Кукуруза, блин, нынче в цене выросла. Много. Окей. Мы купили Спартака в магазине. На годовщину. Закончилась наша скучная новогодняя поездка. Спарта. Спарта.
Пока, папа на видео тебе. Давай, Спарта. Спарта! Куда мы едем? Where we go? To home. We go to home. Что делать дома? Continue building, because Spartak stopped his building in Roblox. Build a boat for treasure. Yes? В общем, Спартак занимался строительными работами в своей игре. Сейчас он возвращается после нашего принуждения совершить поездку. И мы едем в домики. Дорога на Пенанге. Сегодня я добрая, всех пропускаю. Спарта, хочешь что-то отсесть? Там солнце за кошкой попадает. Ага. You don't know, you can try. Итак, меня Спартак пустил на первое место, так как соизволил спать. Я Спарта. Да это мама хитрым путем. Давай попробуй сзади посидеть. И теперь мы снимем Let's Go Travel. Это мы едем вдоль берега. Он берег, да? Не, ну да. В принципе, 100 метров в сторону будет берег. Так. Кондоминиумы. Experience Center. What is it? Who is it? Какой experience? Там написано было experience. Я знаю. Идея в чем experience. Я думаю, они сами плохо в этом знают. Да, они скопировали просто какие-то названия европейские или американские. И у нас все тут так круто. Ну, это... Недавно видел фотографию. Вид прикольный сняли. И там спрашивают, это снято с дрона? Чувак говорит, нет, с 30 этажа. А там вид реально высокий. Да, прикольно. Опять пробки. Блин, потому что мечеть там, и там сегодня имитирует праздник. Да, мусульмане Новый год отмечают. Католический. Поэтому пробки. Плавающая мечеть на воде. Ну да. Кстати, они любят на воде строить. Пангдж тоже была на воде, да? Да. У них круто. Какая-то крутая тема на воде делать. Спарта, ты как? Удобно там тебе? Места много? Так. О! Это тот район, где Артём тусил, да? Вверх, вон там жил. Ну там поворот будет, он наверх, как раз в этом районе зависал. Ну, этот район называется Танджунбунга. Танджунбунга. Да, некоторые пишут Танджунбунга, но по большей части чаще всего Танджунбунга. Малайцы, индийцы любят, как я говорю по-малайски или по-индийски, произношу их имена, названия. О, такой язык четкий, прямо точно все. Вау. Неужели мы поедем без пробок?
Да, самое забавное, что эта дорога идет как бы в тупик. Дальше цивилизация заканчивается. Чуть меньше идет. Ну вот эта дорога в тупик, она бы в нормальном месте предполагала, что это не тупик, а где-то там дальше цивилизация. А мы идем в тупик цивилизации. Кстати, вот поворот Артема. Артема. Куда он ездил, пока не доездился. Сейчас мы пока будем выезжать на соседнюю полосу. А что случилось? Красный свет, направо поворот. И там кто-то стоит впереди. Кому надо направо. Вот. Мусульманин. Ну, мусульманин. Молитва. Мусульманка. А какого? О, вот эта мечеть, которая якобы над водой стоит. Женщинам же в этот мечеть вход запрещен. Почему? Я ни разу не видела, что здесь женщины-мусульманки ходили в мечеть. Ну, а ты знаешь, что запрещен? Либо придумала. Ну, я что-то слышала такое, но я не могу однозначно утверждать. Да, ты любишь утверждать? О, это что такое? Тачка. Так, ну все, проехали мечеть над водой. Имитирует какашку. Поехали. Ну, теперь вроде бы как без пробок должны так, ехать. Начинаются какие-то эти якобы коттеджные поселки. Аналог. Дача, но не дача. Дача, но не дача. Это вот такая дорога. Ну, там это побережье, которое не видно. Это тут такая неплохая. Здесь же гостиница. И здесь же это христианская школа. И здесь же чего-то еще там. Христианская, когда она стала? Академия была? Ну, вот академия, блин. А что на христианской это? Помнишь, когда мы приходили у нас этим с уклоном христианским? У них даже мы не приходили, ты приходила. Я приходила. У них христианский уклон. Вот это так забавно смотрится, когда китайцы христиане. Блин, вообще не тема. Вообще не идет, да? Вообще не идет, им это не подходит. Буддизм – это ихняя тема. Но точно не христианство. Высокая банановая трава. Да, банановые, кстати, не деревья, а трава. Ладно, давай. Как он собирается? Как я говорила, я добрая. Видимо, вот так. Он вообще хочет перекрыть всю улицу. Ну, видимо, да. А что он так странно? Ему на жопу надо было сюда ставить? Наверное, случайно заехал. А, он мне кажется, вообще разворачивается. Он оттуда свернул сюда. Бля, нашел место для разворачиваться. Это, наверное, просто поездка была скучная, поэтому хочется это порычать не всех. Больше эмоций. А вот и море. Океан. Ну да. И поворот прямо в океан. Вау! Да, да. Тут следующий коттеджный поселок. Их тут много. Относительно. А тут настоящие джунгли. Еще не тронутые. Тебе жарко там, нет? Жарко. Жарко. Садись тогда, не ложись. Сиди. Так, а это что у нас? Это гостиница дорогая здесь. И Дэдди Вилли музей. Это Double Tree Resort, гостиница. Двойное дерево, Double Tree, двойное дерево. Resort, как отдых. Ага, в пробке стоите. Стоите, блин. А мы домой. Мы уже свой отстояли. Так, какие-то... А, это Miami Green же. Ну да, наверх Miami Green.
Но там Miami Green, это комплекс домов. Там сейчас как раз Лиза живет. Ну да. Там вообще большое сообщество русскоговорящих. И европейских бомжей. Да, да, да. И вообще, Miami Green это больше кондоминиум экспатов. Экспаты, экспатриаты. Это люди, да, которые работают в Малайзии. Серьезно, я думал, там больше этих. Кого? Бомжи стоял европейские. Но приезжает на зиму. Переночевать, перезимевать. Бомжи стоял больше едет на этот, и на семью. Miami Green дороговато для них. Там на 100 долларов дороже. Че, опять пробка? Да это не пробка, это знаешь, как дождь здесь. Так же и с пробками. Чтобы пробка была пробкой, это редкость. Спарта, да что ж там не сядешься? Капец. Сейчас будет жарко на солнце. Сейчас пока в теньке, еще хорошо. Мы стоим в теньке. Иди сюда. На голову. Не трогай. Проверить. Успокойся. У тебя много движений, бесполезно. Ты же ни на что не влияешь. Поэтому расслабься, отдыхай. Иди спокойно. Не имитируй бурную деятельность. О, а там что у нас? Moonlight. Вверху. Рассматривали возможность арендовать дом. Там трех- и четырехэтажные дома. Это Hilltop. Hilltop, да. Он сейчас строит. А сейчас будет Moonlight. Блин, откуда здесь мою пробку нарисоваться? Да это нормально, здесь же местные, ребята. Особенно те, которые приезжают сюда на отдых, и они впервые на Пенанге не ориентируются в этом районе, они вот так вот рот открывают, глаза во все стороны, знаешь, смотрю в книгу, вижу фильм, они не видят, куда они едут. Ну да, учитывая то, что здесь дорога без поворотов, я имею в виду, сворачивать некуда, она прямо идет, и они постоянно очарованные. Moonlight Bay. Это деревня с четырехэтажными домами. Деревня? Да, там. Дома построены четырехэтажные все. Ну, трехэтажные там тоже есть. Даже в некоторых лифты. Подожди, в некоторых там во всех лифты. Не знаю. А в трехэтажные зачем? Четыре этажа, блин, мне кажется, уже можно. Ну, не знаю. Мне кажется, три этажа тоже. Ну, это же нет уже трехэтажно. Сними на это. Спарта, как дела? Точно хорошо? А то ты сидишь как-то вверх ногами. Как-то не очень хорошо сидишь. Спарта, сейчас твоя картошка вся вылезет обратно. Семинария здесь. Theology Baptist Malaysia. В общем, это здесь этих священников китайских учат. А здесь прикольная баскетбольная площадка. Йо-йо-йо. Здесь можно поиграть было. Даже с Артемом не раз играли. Здесь? Да. Ездили. А, точно. На автобус вы ездили.
Ну да. Ну тут тоже осень бывает. Ну, это прям такая зима зимняя. Здесь, когда листья падают, это зима. На температуру не влияет, но они просто падают. Просто цикл есть и все. Положено. Ну что там, январь наступил, пора падать. Смотри, ноги кверху. Спарта! Спарта это изучает новые способы сидения в машине. Ездят, чтобы покушать. Туда вообще приезжают, чтобы покушать. Покушать и это, покиснуть в воде на пляже. Но они в местной воде не купаются, они только ходят вдоль воды. Да, кстати, есть такая фишка. Мы приехали, сколько раз мы сюда приезжали? Очень много. Ты имеешь в виду вообще на Пинат? Нет, в Батуфиринге. А, я вообще много раз. Нет, я имею в виду, мы приезжали. Не то, что ты же не уезжаешь. Ну, да. Я имею в виду, как бы первый раз приехали, потом уехали, потом еще раз приехали. По-моему, четыре раза. Четыре раза, вот это четвертый раз, который мы приехали, и здесь зависит надолго. Я по Туфиринге. Спарта. Спарта открытая коробочка, ее надо закрыть. Спарта, блин, зачем ты взял красную? Поставим на место ее. Так, ну все, наверное, мы въезжаем в Батуфиринги. Тут есть Secret Beach, который он секретный, поэтому не видно. Блин, я уже ненавижу этот протон. Мы постоянно за него останавливаемся. Кого ненавидишь? Протон, который впереди едет. Кавасан Ларанган. Это прикольный малайский язык, особенно когда немецкий учил. Детка вылез. А ну давай. Вот. Чего? Go to hell, слышал. Иди в ад. Или иди к черту, можно еще перевести. Спарта, блин, транслятор Ютуба. Так, начинается. Ну, сейчас тут уже начнем. Гостиницы. Это, по-моему, самая экспенсив дорогая. Да, там, где эти на входе стоят чуваки, кланяются. Ну, по-моему, самая бесполезная. Ну да. Она такая. Для этих винилов. Там мне делать нечего. Ванильная для этих стариной. Это дом жилой. Ну, дом получается со статусом гостиницы. И наверху там на гостиной номера сдаются. Тут еще один из новых домов.
Это вот этот. Срисаян. Какой-то там. А, срисаян вот этот. А этот Шангрила. Это сеть отелей Шангрила. Не следующий, это не Шангрила. Шангрила следующий. А этот как называется? Блин. Шангрила, да, она вот это более. Это вот этот такой, типа для этих. А, вот сейчас будет этих. Написано. Для крутых, да? Я бы сказала, не для крутых, а для этих. Для ручки такие. Ну, здесь чиновники приезжают всякие. Ну, это... Шангрила, вон, видишь, написано. Раса Саян, вот. Раса Саян, а Шангрила. Шангрила – это сеть гостиниц, и Раса Саянг – это одна из гостиниц. Шангрила – это святой тайный город. Это, ну да. У кого тайный город, а у кого сеть гостиниц. Маленькая Турция, ресторан. Маленькая Турция. Угу. Так, ну все, мы приехали. Это типа даунтаун. Да. Он такой маленький, даунтаунтик. Даунтаун, чтобы было понятно, это центр. Центр города, даунтаун. Ну да. Я раньше думала, что, блин, за даунтаун? Фигня какая-то. Даун это вниз, таун это город. Внизу города, блин. Получается идея, что центр это внизу города. Ну как бы, так здесь и дословно. Короче, ну здесь центр называется централами центр. В Малайзии. Центральную часть города Централ называют. Хотел Централ. Да. Но здесь это будет даунтаун. Yeah. Так, но. Там где-то. Специалист в Чао-Чао. Who is it? Это обычные люди, которые зарегистрировали там бизнес на онлайн-сайте малайзийском за 1 рингит. Готовят еду и Макса продают. Лакса есть? Ну вон, видишь, лакса number one. Ну, как вариант, можно попробовать. А так они ее продают сейчас, нет? Не знаю, я не вижу. Либо это... По-моему, они только раз и раскладываются. Да, начинается вечерний рынок. Это... Это даунтаун, это гостиницы. Вся движуха вообще не будет. А, Макдональдс, это легендарный Макдональдс. Resort. А потом будет Royal какой-то там, что-то там Royal, какой-то еще один resort. В общем, Бату Ферингхи можно зависнуть на любую цену. Да. Даже с палаткой можно воткнуться. Вообще без проблем. На пляж выходишь, палатку втыкнул. Обезьяны, собаки все твои. Так. О, там мы когда-то жили, вон в тех штучках. Hidden View. Да. Это здесь Night Market, ночной рынок. Который скоро переедет вот это здание, Ферингхи Волл. Они решили туда запихнуть? Ну, я предполагаю так. Это как в Днепропетровске. Слушай, а ты когда центр предполагаешь, что вот ты услышала боком? Нет. Ты погадаешь? Нет, не слышала. Так, что здесь еще? Здесь это эту сторону все ломают потихоньку. Спарта. Так, здесь начинается. Раньше был ресторан Sea Food, и он не пережил карантина. Рядом находится Starbucks, вот, который пережил карантин. Это какая-то крутая гостиница, которая закрылась на время карантина и не открывается. Но там все работает. Сотрудники есть, просто у них дохрена денег. Не помню. А, вот Парк Роял, это следующая гостиница. Ехать полтора километра до дома.
Барда, как дела? Раньше мы там жили. Туда. Так, что мы здесь дальше есть? Это за гостиница. О, почта. Это почта. Почта, а потом полиция. Дальше это почта. А вот так живут полицейские. Полицейские, они прямо живут там, где работают. Внизу полицейский участок, а вверху квартиры. Вот так полицейские здесь работают. Живут и работают. Далеко не ходят. Это тяжело, жарко же. Да. А, это дорогой ресторан вот здесь. Красивый ресторан. Ресторанистый ресторан. Не тот ресторан, который ресторан, а тот, который ресторанистый ресторан. Да. Кондоминиумы. А, кстати, Либанон, это который Ливан, ресторан сюда переехал уже давно. Ну, да. Он раньше там был. Вот эти вот не умирают, так и работают, и работают. Но местные они бессмертные. Да. Так, это что у нас? Это у нас Нигара банк. Это коттедж национального банка. И дальше идет Hard Rock. Hard Rock Hotel, Hard Rock Cafe, Hard Rock everything. Что красная лампочка мигает, это странное. Где? В фотоаппарате. Видео, что ли, длинное. Так, ну все, мы уже подъезжаем. Так, это местный ресторан, это еще один, и мы приехали в наш домик. Это наш дом. Блин, ну там, вот он. И сейчас мы туда заезжаем, так, вау. Все, приехали в свой домик. Разгружаться не будем? Не снег.